Спецоперация. Вот как вы понимаете, что такое спецоперация? Спецоперация, как нам говорили, то, что мы тут освобождаем от нацистов. Вот, типа Донецк и Луганск захватили нацисты. Вот эти азовцы. Донецк и Луганск захватили нацисты? Да. Я согласен. Донецк и Луганск, можно сказать, но захватили не нацисты, а расисты. Знаете такое, да, вот Донецк и Луганск? Потому что с 2014 года эти города не под контролем Украины. Здесь я согласен. Немного поправим терминологию. Расисты. Будем так говорить, да? Да. Не согласны с этим? Да я вообще не разбираюсь. Наши говорят так, ваши говорят так. Я не знаю, как, что, кому верить вообще. Но вы лично за что? Ну, я вас не... призвали. Вы лично за что? Я вообще просто за мир, чтобы вообще войны ничего не было. А то, что нету миру, кто виноват? Россия, получается, виноват. То, что мы, получается, вторглись. То, что вот это нам как объясняли, то, что вот мы идем освобождать, то есть там убивают людей мирных. То есть вот Донецк, Луганск освобождаем, и то, что вообще говорили, то, что там будут ставить базы НАТО. То есть если Украина вступает в Евросоюз, то там НАТО поставит свои базы. И то, что этого не нужно допустить, вот с этой целью, типа... Вы должны туда ехать. Что такое НАТО? НАТО. Расшифровку не знаю. Не знаете, да? Серьезно, не знаю. А вообще, ну, что это такое НАТО? Ну, давайте не будем расшифровывать, но что такое НАТО? НАТО – это как бы войска Евросоюза. Это... Евросоюза, да? Да. Угу. А для чего они созданы? Ну, по защите как бы Европы или... Ну, по защите Европы получается. А от кого защищать? От кого защищать, не знаю. Не знаете, да? В общем. А как выглядит должна база НАТО? Тоже не знаю. Ну, вам, ну что ты рассказывал? Я буду говорить. Что-то рассказывали, показывают, говорят, там поставят базу НАТО, и там поставят эти ракеты, переносные установки, чтобы ближе было к границам, и чтобы можно было бомбить Россию. А зачем НАТО бомбить Россию? Не знаю, это, то есть вот от Америки, говорят, все идет вот это. Так при чем здесь Америка и НАТО? Вы сказали, что это войска Евросоюза. Ну, войска Евросоюза, я говорю, и нам так говорили, я как бы сам не знаю. Но Америка что-то имеет к НАТО или не имеет? Что-то имеет, якобы она им управляет, то, что вот если они поставят туда базу свою, две базы. Mm-hmm. То, что если что, вдруг с Америкой, Россия с Америкой будет, как сказать, ну, начнется между ними война, если вдруг начнется между Россией и США mm-hmm. война, то базы рядом, и то, что Америка нанесет удары по России. Я понял. То есть, давайте построим логическую цепочку, чтобы... Много понимаю. То есть Америка управляет Евросоюзом, Евросоюз, который имеет НАТО, правильно? Ну да. Понял. А где здесь в этой всей истории Украина? Ну, то, что вот Украина ближе всех на границе России. Угу. И то, что вот она вступает в НАТО. Она вступает в НАТО. Ой, Евросоюз. Евросоюз. Да. И то, что там будут размещаться базы НАТО. И то, что вот все на границе будут стоять базы и поставят туда ракеты и будет наносить удары по России. Угу.